Всем привет, дорогие мои подписчики и зрители моего канала. Сегодня снова с вами Басон. Мы продолжаем проходить игру Fable Anniversary. Так, у нас давайте посмотрим, что еще хоть заданники остались. Задание ребенка, подбор книг, кто с сокровищами. Подсказки, которые кажется, сказать. Угу, сопровождение торговцев. Так, больной ребенок. Угу. Так, давайте у нас еще сейчас снаряжение есть. Наборы. Сельский наряд. О, без одежды. Так, сельский наряд подмастерье. Хотя... Ай, хрен с ним. Так, задание, карта, навыки. Так, жесты. Так. За мной у нас назначен на девятку. Жди. Назначить. Давайте на шестерку. Давайте вообще переназначим. Так, за мной назначим на двоечку. Подтвердим. Ждать. Назначить на тройку. Так, флирт. На своем стоит. Насмешка. Триумф. Назначим на шестерку. Танец казачок, чечетка, извинения. Назначим на девятку. Так, снаряжение. Что у нас тут есть? Так, снаряжение. Бухло, что у нас есть? Тут из бухла. Что-то на бухло не похоже. Так, эликсир воли. Усилитель воли. Ну, я так понимаю, это восполняет. Здоровье. Эликсир мастера воли. Увеличивает силу заклинаний, повышает твою способность аккумулировать магическую энергию. Ценнейшая вещь для любого, кто привык полагаться на волю. Ну-ка, скай, использовать, если... Так, и что он дает? Похоже, этот герой очень даже ничего. Так, новых зданий нету. Нету. Ну ладно, погнали. Так. Нам нужно бабосиков подкопить. Там, кстати, вроде в городе была хата, надо прикупить себе ее. Я могу вам сегодня помочь. Я слышала, о нем в гильдии хорошо отзываются. Да, мы лапочка. Так, это... Ну-ка, давай сходим в город. Там сопровождение сейчас подождет пока. Давайте разберемся с ребенком. Может, там книжки кому надо. Так. Там, плюс, по-моему, домик продавался неплохой. За 1,5 косаря. Давай, давай. Посмотрим, что у нас тут. Тебя зелье, походу, я так понял. Рад вам услужить. Воля, воскрешение. Что за... А, духи, алая роза, шоколадные конфеты. О, кольцо обручальное. Сколько? Да, дорогие украшения. А, поддельные обручальные. Зеленое яблоко, яблочный пирог, рыба, морковь, красное мясо. Короче, а, удочка, во! Купить и лопату купить. Вот это нам надо будет. Так, стрел много рыбы не наловишь. Что... Даже лесные торговцы боятся разбойников. Так. Могу я вам чем-то помочь? Погнали, что у нас тут? Туда нас не пускают. А здесь что у нас? Сразу даже несколько он. А чем он занят, интересно? Приветствую. Наверху. Пиво, пожалуйста. Пиво. Ссать будешь криво. Мечника нанять не хочешь? Думаю, стоит проявить к нему уважение. Опа. Брайер Роуз идет. Пиво. Из всех героев она самая...
Я смотрю, гильдия за детишек взялась. Ты же не собираешься вместе со всем хором недоумков скандировать мое имя? Совершаешь подвиг, демонстрируешь добытый трофей, и все. Дальше тебе ни минуты покоя. Ты только послушай их. Ну, скрина ли у меня морда не расцарапанная? Фанатов по пятам не ходят и пальцами не тычут. Так, а ну отошел. Тебя еще не хватало. Видал, пиво, сколько пожалуйста. У ней трофеев. Обалдеть просто. Ты хрен с ним. Помей-ка нам пиво, пожалуйста. Так. Погнали, где-то у нас тут пиво. Хата бобра была на сдачу. Где наша хатка тут? О! Нет, ну вы гляньте, кто к нам пожаловал. Пришел поиграть с другими детьми? Жаль, что ты так нравишься, Уиспер. Ей следовало проучить тебя тогда в Яблочном дворе. Впредь будет умнее. Надеюсь, однажды вы пересечетесь на арене. И вот тогда поглядим, кто из вас лучше. Ладно, хватит болтовни. Меня ждет наставник. У него важное задание, которое нельзя доверить молокососу вроде тебя. Да ладно. Шкаф с антресольками. Но помни, закон не нарушать. Да хрен с ним. Так. Да, купим себе хатку. Нет. Нет, я лучше буду бабки с него получать. Давай. Что-то еще можно? Ну-ка. А, ну то есть мы не можем. Ну ладно, хрен с ним, бабло будут нам сыпаться туда. Давайте еще книжечку. Здравствуйте. Нашли для нас что-нибудь? Почит. Это же «Фауна Альбиона», том 1. Прекрасный учебник природоведения. Угу. Приятно видеть, что герой так интересуется образованием. Сегодня мы ознакомимся с первым томом «Фауны Альбиона». Итак, дети, начнем. Знаете ли вы, кто такие баньши? Крикуны, вот офигенные переводы-то. Вы никогда о них не слыхали, верно? А все потому, что баньши держатся в стороне от городов. Но стоит выйти за стены и дождаться ночи, как вы услышите их вой. Тот вой способен вселить страх в сердца отъявленных храбрецов. Он пробирает до костей и тянет из людей силу. Согласно учению мудреца Ричарда Филлипса, баньши пожирают человеческие души. И если вас угораздит столкнуться пацаны, с баньши, бабы спят. Вы закончите так же, как они. Сейчас прям все со стула грохнутся. Завывая. Накрыло тазиком, блин. Так, вот, ладно. Вот, настоящий герой. Ага. Так, куда тут нам надо? Держись, враг. А, пристань. Вот нам, по-моему, на пристань как раз таки надо было. Так, вот ведьма. Дай угадаю. Тебя сюда эта молоденькая дура послала. Ну, у нее еще пацан рехнулся. Да ну. Чего вылупился? Хе, ну, ведьма я. По четвергам гадания, по пятницам заклинания. Кстати, ты не первый дуралей, которого она ко мне подсылает. Вот, принесешь мне 4 синих мухоморчика. Но ты не спеши. Ежели чего, пацану-то все равно ничего не сделается. Малой сейчас, небось, по полной прется, так что сам понимаешь. Пипец, бабузя.
Я тебя тащу себе, блин. Когда, интересно, меня тут рожу успели расцарапать? Так, что-то на пристани у нас было. Здесь ничего такого интересненького нету. Какая-то арена. Что за чувак тут тащится? Здравствуйте. Вы ведь не знакомы с моей дочерью, верно? Знаете, она довольно мила, хотя немного капризна. Предпочитает сильных, красивых мужчин, вроде вас. Да ну. О, это замечательно. Нынче ей так одиноко, бедняжки. Ей нравятся мужчины с такими вот стрижками, как на этой карточке. Может, если вы так подстрижетесь, я бы вас познакомил. Как будете готовы, милости просим ко мне. Я тутчки вот сижу. Ну-ка, что там он вообще там дал? Так, где снаряжение? Карточка. Под горшок. Ух, ё. Ну ладно, потом. Теперь пошли мухоморы искать. Так. Юг города. Ох, ёкарный бабай. Ну и всякая хрень тут творится. Так, там что-то есть тоже. А, туда нас не пускают. Здорово. Блин, прикупишь ли себе какой-нибудь ствол покруче? А где все? Пока вы здесь, соблюдайте законы. Курощуп, величайший герб. Давай поужинаем вместе. А он могуч. Ух ты как, клёво. Ну ладно. Потом позаигрываем. Так, нам надо сгонять в гильдию. У нас удочка есть. Если надо поставить ее на быстрый, наверное. Там вроде грибок надо было кому-то выловить. Блин, тут беготня, нет ничего такого, типа транспорта. Ух ты, герой! Да ну. Ну и бог с тобой. Так, значит, тут выловить грибочек. Бабло все потратил на дом. Мне бы пиво. Подвинь-ка нам пиво, пожалуйста. Курощу. Надеюсь, что... Стоп, что там такое? Подчиняйся законам. Надеюсь, конечно, что-нибудь найти интересное. Так. О, F1. Так, подождите, пока леска натянется, а потом нажмите левую кнопку мыши, научитесь посмотреть. Чтобы поймать рыбу, держите левую кнопку мыши. Если рыба дошла до левого уровня шкалы, то вы поймаете. Нельзя тянуть рыбу, пока она сопротивляется. Леска может порваться. Шкала будет зеленый на красный. Натяните бутыль. Давай. Опа, поймали. Что, поймали? О, синий гриб. Блин, а мне его отдать надо.
Ну-ка, это чё? Тёмен твой, лишь свет. Тебе что надо быть? Паинькой, что ли? Ладно, пойдем отдадим грибочки наркоманам несчастным. Он в порядке. Приятно видеть тебя. Мне так. Что-нибудь прохладительное, пожалуйста. Плесни пивка. Так. Пойдем наркоманам отдадим их грибы. Пускай дальше ширяются. Вы не будете разочарованы. Бла-бла-бла. Курощуп! Блин, и куда вы свалили? Ай, блин, ладно, хрен с ним, потом вам отдам. Пойдем туда задание выполнять. Хрен ли еще делать тут? Ой. Что это за хрень такая? Охренеть, она еще скорпиона тут пробила. Да ладно. Где эта дура? Что это за наркоманша? А ну нафиг. Ах ты зараза. Как тебя тут взять-то в таргет-то? Да ладно. Ну вылезет. Есть, готово, скотина. Легко. Так, получается, воля качается теми мастерами. О, да. Не кончи от радости, ё-моё, такие возгласы. Так, здесь-то у нас. Еще. Да ладно. Добрую. Чё, всё? Ты чё-то встал? Надо что ли как-нибудь прокачивать? Готов. Так, куда? О, тут еще где-то ходит. Да тебя, думаю, не полно хватит. Так, нам нужно вот туда.
Ладно, потом на яблочную сходим, там вроде было дофига всего. Так. Значит, он покойник. Ну и слава. Да ладно. Уращуп. Уморить меня хочешь? Да ладно. Еще хочешь? Да ладно. Он мертв? Я так и думал. Да что ты думал-то? Ну отойди отсюда. Так, все. Злодей убит. Изумительно. Что за вопли такие? Так, нам куда? Сюда. Так, дальше у нас. В этом районе орудуют разбойники. Будь осторожен. Они людей режут для развлечения. Для развлечения, блин. Пардоньте, это частная дорога. Проход только за деньги. Или хочешь, мы твою башку тут для красоты повесим? И так сойдет. Короче, не хочешь, чтобы мы тебя тут зарыли? Гони, золотишко. Отдать разбойникам. Да пошел ты в жопу. Деньги. Так, я же жду. Ну жди дальше. Проскользнуть хочет, взять его! Так, ладно. Разбойнички так разбойнички. Сейчас будем ваншотить вас. Кто следующий? Так, разбойничку всех перепинаем. Где-то тут вот были еще. О! Привет, ребят! Не добру это! Не могу смотреть! Не могу смотреть, когда другие работают. Так, здесь все чисто. Стоп, а там что у нас? Еще одни какие-то врата, я так понял. А это что хотят? Договор таков. Сверши предо мной великое злодеяние, и я распахнусь. Что, кого-то зарезать, что ли, надо? Ну, тут некого зарезать, но потом, может быть, зарежем. Хотя мы хотели играть за доброго. Ну уж открыть врата-то, посмотреть, что там есть, надо. Одного так можно. По горлышку чикнуть. Как раз он раболетчика. Так, мне нужно здоровье восполнить. Завалить все.
Да ты тут не тусуйся, малыш. Чё стоишь? Да ладно. Больно. Все, что ли? А убийство разбойника считается злом? Так, а пирожок схавать можно? Можно. Так, тут что у нас? О, сундучок. Так, ну-ка, что у нас назначить? Снаряжение. Из продуктов пропитания, так сказать. Угу. Вон яблочки есть. На семерку назначим. Яблочки. Так, яблочный пирог. Назначить на шестерку. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь в сундучке есть. Модификатор пламени. Модификатор оружия наделяет особыми свойствами то оружие, к которому прикреплено. Выберите подходящее оружие, здесь снижение, после чего выберите это. Прикрепленный модификатор оружия нельзя убрать. Каждое оружие имеет ограниченное число ячеек для модификации, так что используйте их с умом. Ладно, пока тогда не будем трогать. Так, что у нас здесь? 500 золота. Неплохо зашли. Что-нибудь еще интересное здесь есть? Ой, здесь еще сундучки есть. Так. Стальной молот. Так, а эти можно разбивать? У разбойников, я думаю, тут за это плохо не будет. Так. Что у нас тут еще? Ничего нету такого интересного. Так, что-то мы за тесак там нашли. Снаряжение. Оружие. Так. Катана. Ой, урон меньше. Нафиг он тогда нужен. Ладно, погнали дальше. Тут-то нечего разбивать. Так, стоп, мы там пришли, значит, нам туда. Сколько у нас яблоко дает? У нас яблоки больше дают здоровья, чем все остальное. Охренеть. Пирог сожрал вообще, чуть-чуть здоровье восстановил. Сожрал яблоко почти пол здоровья. Ух ты. Ребята... Ловите посылку. Да ну нафиг. На, получи контрольный. Так, что там еще есть? О, купца бьют. Да ладно. Не стой у него на пути. Его вроде как все Курощупом зовут. Че, одного он не спас? Так, у нас там что-то за тайник. А, портал. Надо расчистить его. Цыпа. Иди сюда. Ты охренел, что ли? Так.
Портал нам пока здесь не нужен. Купцов сопроводить. Так, справа у нас в другую сторону, нам нужно сюда. О, здесь что-то половить можно. Давайте половим. Поймали что-то. Что-то большое. Поймал. Ну и что, он взял лов сегодня? Рыба луна, длина 12 сантиметров, вес 22 грамма. Чё, всё? Так, погнали. Ух ты, ё! Мелочь пузатая, разошлась. Да ну нафиг. Вот этих вас мелких говнюков надо загасить, не знаешь кого. Либо вот этих. Да ну нафиг. Еще один вылез, или тот стал? Так, молния у нас есть. Так, тут у нас что? Какая-то пещера. Надо подрезать тут газон. Так, что это у нас с эликсир воли? Мясо валяется среди скелетов. Надеюсь, это не чья-то нога. А тут что у нас? Пещера хобов. А это что у нас за дверь? Чё он? Прежде чем я распахнулась, желаю увидеть, как вырастет твой боевой множитель. Ну и... Чё, куда? Прежде чем я... А как я тебе его набью-то? Ну и хрен с ним. Вырастет. На чем расти-то? На дрожжах, что ли? Благодарение Аву, вы здесь. Я думал, мы так и погибнем в этом проклятом месте. Нам надо попасть на тот край черного леса, на холмистые поля. Выступайте вперед, а мы уж за вами. Чем скорее из этого леса выберемся, тем лучше. Тут страшные вещи творятся. Да ладно. Ведите нас. Так. В темнолесье находится капище Скорого. Стоять. Ублажи духов его, и наполнят злом они сердце твое. Надеюсь, вы за мной тут не попрётесь. Ух, ё. Чё это было? На помощь! Он меня укусил, но бросил. Принял за мертвого. Позвольте, я пойду с вами. Нельзя его брать с собой, он заражен. Тобой, гляди, кому-нибудь в горло вцепится. Мы приносили купеческую клятву. Мы должны ему помочь. Это скверная мысль. Весьма скверная. Я вам заплачу, и проблем со мной не будет. Ну, давай возьмем с собой. Спасибо вам, герой. Я очень благодарен. Ведите нас. Пошли. Пошли. Идем? Пошли. Да ты куда? Пошли. Иду, иду. Лучше меч достать. Видите? Что у нас тут? Эликсир воскрешения. Я бывал в переделках и похуже. Это еще игрушки. Ну-ка, давайте посмотрим, что у нас... О, еще идти, идти. У меня плохое предчувствие. Зря мы сюда свернули. Это мне напоминает... Оборотень!
Ты где? Что, и все, что ли? Помолчали бы лучше. Ведите нас. Сколько же надо бить? Не хочу. Так чем вы думаете заняться после этого путешествия? Где ты, волчара? Озорный. Больше времени сидеть на холмовом поле. Дела пойдут. Ну и где ты? Не хочу. Блин, воткну хрен знает куда. Так, а ты что хочешь? Беги, странник! Я преграждаю путь всем, кроме лучших воинов. Если желаешь, мои стражи испытают твое. Одолей их, и получишь... Нет, а потом, когда я тех отведу, тогда буду испытывать. Я с вами. Пожалуй, вам не стоит волноваться. Если я один из всех выживу, я позабочусь о вашем товаре. Оригинальный чувак. Осторожно, герой! Эти споры опасны! Не приближайтесь к ним! Ничего себе торговля! Нам товарами торговать положено, а не жизнью рисковать! Вспоминаю, как я первый раз... Ладно, мы все-то позрываем. Расчистим, достать пути. Эта дорога никогда не кончится. Нахрена такие дороги делают? Мы должно быть уже недалеко. Да, от того света. Вряд ли он еще поднимется. Пойдем дальше. Спроси его точно, он тебе подскажет. Идем скорее, за следующими воротами лагерь торговцев. Но нам надо быть осторожными. Отвали от торговцев, придурок. Иди нахрен от него. Пожалуй, вам не стоит волноваться. Если я один из всех выживу, я позабочусь о вашем товаре. Я с вами. Да ну. Я уверен, что мы скоро придем. Так, что здесь у нас? Хоть какую-нибудь амуницию давали, а то тут какие-то жратву, бухло. О! Стоит только вспомнить, как сразу дают что-то. Так, из ботинок, где у нас... Ученика. Кожаные. Да хрен с этой привлекательностью. Мне лишь бы защищали. Я за вами. Так, давайте пирожочек заточим. А нет, тот пирожочек на протух просто. Это какой-то кошмар. Бесконечный кошмар. Да ладно, вот иди сюда. Да отвали ты от них, мудак. Я за вами. Да отстаньте от них. Почему только именно торговцев бьют, а? Еще что ли? Все? Вот бы сейчас принять теплую ванну. О, сундучок. Что-нибудь еще дайте интересненькое. Золото, ну ладно, сойдет. Ничего себе торговля. Нам товарами торговать положено. Не жизнь рисковать. Ведите нас. Так. О, еще. Твою же бабушку, а? Да сдохните вы уже все.
куда собрался? А это что за алтарь здесь какой-то? Я так голоден, что человека съем. Доспехами какая-то хрень. Это какой-то кошмар. Бесконечный кошмар. Темнолесье, бордель. Закрыт на реконструкцию. 15 ключей, блин, надо. Этот камень очень древний. И тот, что в чещёбе, тоже странный. Да ну. Кажется, я на пределе. Как его достать? Ладно, хрен с ним. Потом посмотрим. Я за вами. Так. Ух, идти еще. Ну вот и первый лагерь. Мы подождем здесь, если у вас есть другие дела. Да, тут можно отдохнуть и пополнить Чем припасы. Я могу вам помочь? Да ну. О, топор дали. Ну-ка. Так, оружие. Что у нас тут есть еще? Модификация, текущая цена, вес легкая. Легкое. Давайте экипируемся, урон-то побольше будет. Он не похож на Курощупа. Как дела? Вспоминаю, как я первый раз занялся торговлей. Так. Не так плохо. Продаем превосходную одежду. Вот иду на Холмову поле. Вроде там неплохой барыш, соля. От них зелье воскрешения полтонны. Могли бы здесь построить приличную охраняемую дорогу, правда ведь? Я за вами. Так, а тебе что надо? Думаю, мы сделаем вам специальное предложение, сэр. Воскрешение. Изумруды, агаты, зеленый яблок, рыба. Теленок, пинобочонок, лопата у нас есть. Что это такое? Это вовсе не злодей. Изначально написано, что помочь раскаиваться убийце, разбойнику. Где смысл? Подожди. Чего? Уже владеешь, ноль наличия на. И что это за книжка? Нужно выкать темные одежды. Ок, и перестадимы. Не знаю, нафиг она нужна. У фермеров что-то пропало. Какие-то странные штуки. Мы продаем превосходную одежду. Чё тут? Служить. Так. Угу. Какие-то мировоззрение модификатор какой-то. Сшиты недобрыми сапожниками, блин. Так, сапоги, которые удобно топтать цветы. Преступникам. Оружие здесь, наверное, у других. Ведьмин лес. Это опасное место, герой. Думаю, так. Мы сделаем вам специальное предложение, сэр. Вес тяжелый. Урон. Да ладно, плюс. Катана. Так, тесак какой-то. Так, получается 48 плюс 11. А у меня сколько? Как-то странно отображается. Нихера себе у него урон. Да, ну и цены, конечно, здесь уже идут.
Да и стволы, я смотрю, здесь неплохие. Так, а сколько у меня-то вообще хоть? Снаряжение, оружие. Так, палка мне вообще нафиг нужна, продать надо будет. Так, 30 урон, 32, секач, 37. Да, 37, ну ладно. Погнали, мужики, дальше. Вспоминаю, как я первый раз занялся торговлей. Ух, ёд. Древний портал. Еще сколько вас пилить-то тут, а? Наточил я свой топор, головешек полон двор. Что за? Сейчас больше! Я иду за вами! Да ладно. Идем. Да ладно, топором прошибает лучше, чем мечом. Ой. Да вы шутите. Я за вами. А вон там бабло валяется. Что за древний портал? Эта дорога никогда не кончится. Твоя болтовня когда-нибудь кончится? Мне что-то нехорошо. Но не бойтесь, все в порядке. Просто у меня странные ощущения. Я уверен, волноваться не о чем. Да ладно. Да ладно. Я иду за вами. Это больно. Больно? Ну ты что знаешь, что такое больно? Какой-то кошмар. На, топориком, башка секирь. Ведите нас. Башка прям отрубилась. Ведите нас. При этом еще в воздухе полетала. Я почти превратился. Мы должны спешить. Что значит уже почти превратился? Уже, то есть он знает, что он превратится еще и... Пошел с нами. Вспоминаю, как я первый раз занялся торговлей. С этого говнюка надо заваншотить. Я начинаю превращаться. Отойдите от меня. Да какого хрена ты с нами попёрся, там, мудак? Кстати, топора реально быстрее валит. Надо, значит, с топорами качаться, что ли, тогда? Я начинаю превращаться. Отойдите от меня. О боже. Смотрите, он пришел. Ты куда? Ой. Куда, малыш, ты шел? Я... О боже. Камни застрял. Вот это баги поперли. Я уверен, что мы скоро придем. Ой. О боже. Ну-ка, где ты там? Падай сюда. Да ёкарный бабай, вообще какие баги, может... Опа-на, меня нету. Камень с топором. Да ладно. Куда собрался? А, о, спину. Да ну, по мордасам. Сожрем еще один пирожок. Иду, иду. Да ладно. На, по крышке. Че это такое было? Добивание типа? С ноги допинал. Вообще жесть. Тут-то ничего нет нигде. Кажется, я на пределе. Чего? Штаны обмочу, что ли? О, сундучок, нычка. Что у нас тут валяется? Молнии-модификатор нашли.
Что-то нашли там еще, хрен знает что. Может быть, мы где-то не туда свернули? Да ну, очко зажалось, что ли? Типа 6 жизней, типа 6 этих зелий. Воскрешение. Это что-то крайне мерзко. Мы почти пришли. Ух ты! Здрасте, милый голем. Или что это за хрень такая? Ух ты, ёшкин. Что бы ни было, ничего хорошего, точно. Короче, я понял, тут с этим... Да ладно. Сколько же у него здоровья-то? Его молнии вообще не поймешь. Да ладно. Значит, будьте. Охренеть. Надо будет, значит, это так вот придется. Рукопашку. Будем жрать. Ему фаербол, по-моему, вообще... Фейербол что-то им наносит урон еще. Блин, цепанул говнюк, а? Попал, блин. Гомосек проклятый. А, во как можно. Они пролетают через этот пенек. А мы вот так делаем. Молния вообще ему. До лампочки. Блин, пролетать что ли начали? Да и хрен же он на исходе. Блять, заебал. Иди сюда, кучма. Отбил, короче, я так понял, камушек. Ему же обратно. Че, крышу понесло, что ли, кровь? Пипец какой-то, непонятно, как его гасить вообще. Надо урон он дофига иметь. Всякий случай. Я за вами. Да, за мной, блин. Самому очкову в такие дебри забираться. Мы дошли до холмового поля. Поля. За мной? Отсюда я знаю дорогу. Идите за мной. Нам сюда. Идите за мной. Портал. Потом сгоняем. Ну, видите, куда там вас? Неужто пришли? Ага, пришли. Мы вас уже ждем.
Перо торговца. Мейс снова хочет тебя видеть. Ты найдешь его прекрасно, в таверне Волквейле. Похоже, дело довольно срочное. Я думаю, мы уже не доберемся. Ты получил новое задание. Эй, вор! Вор! Он украл мой мухомор! Да ну. Да ну ладно, заплатим штраф. Мухомор? Наркоманы, вообще жесть. Могу я вам чем-то помочь? Мухомор украл. Я думал, здесь можно взять спокойненько. Ну ладно, бабло отдали, отдали. Хрен с ним. Так, ты кто у нас? Думаю, мы сделаем вам специальное предложение, сэр. Так, что тут можно продать? Эх, нечего вообще. А купить? Зашибись. 45, 48. Вот этот тесачок можно было бы купить. 82 урона. Ух ты. 38, 82. Лук 90. А стоимость 450. Арбалет. Нифига себе у него урон. Плюс 30 больше. Так, давайте прикупим что-нибудь помощнее. Топор 75, тесак 82, молот типа. Тесак еще один. Давайте вот этот тесак возьмем. Купим. Так. Топор нафиг нужен. И стрелковый что-нибудь. Арбалет или лук. Давайте арбалет возьмем. Купим. Продать мы можем что-нибудь из оружия? Ну ладно. Тебя ищет старый Мейс. Он... Так. Снаряжение наше. Так, где наш катана был? Новая. Вот этот тесак. Использовать. Так, где-то... Стрелковый был. Лук. Фигня. Вот этот. Использовать. Чем я могу вам сегодня помочь? Сегодня помочь. Ух ты! А ты чем торгуешь, мужик? Рад вам услужить. Духи, конфеты, рыба, тофу. Ладно, хрен с ним. По-моему, тебя хочет видеть Мейс. Он в трактире, в Оквейле. Могу я вам что-либо посоветовать? А это что за хрен? О, пугало еще одна. А здесь... О, что-то половить можно. Давайте половим. Рыбка, ловись большая рыбка. Ловись большая и только большая. Так. Нихера себе улов. Ну, в принципе, я все равно в минусе остался. 250 золота. Так, а там какие-то вроде ворота были. Уважение. Ну, само собой. Так, что за ворота были там? А здесь что у нас? О, там что-то половить можно. Ну-ка. Что мы здесь поймаем? Что-то большое. Давай-давай, ловись, рыбка. Поймал. Что на этот раз у нас за улов? Ой, ночь корона.
Так, хотел сходить посмотреть, что там за дверь, как она открывается. Вот сундучок заодно. Блин, за мухомора 750 заплатить, вообще жесть. Сапфир. Ну-ка, а тут что? Тоже что-то половить можно. Только как? Стоп. Здесь что-то было. Вот. Сейчас еще что-нибудь выловим интересненькое. Клюй, моя рыбка, давай. Опа. Хрена себе. Ну-ка еще разочек. Даже не успел начать тянуть, уже сорвалась. Давай, 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 давай. Опа. Поймали. Рыба луна, длина 16 сантиметров, 26 грамм. Да. Так, ты-то нас зачем открываешься? О, нет! Опять! Еще один худосочный авантюрист пришел за моими сокровищами. Твоя чахлая фигура меня не интересует. Нарасти себе мясо. Я хочу плотного героя. Полного. Жирного. Хватит быть рабом моды. Займись собой. Пироги, мясо, пиво, всего и побольше. Объешься как следует и приползай. Ёкарный бабай, вот это требование. Так, нам туда куда-то надо было. Дубовый дол. Ну, мы вернулись в нашу деревню. На родину, так сказать, приперлись. Ой, привет! А я тебя помню. Мы думали, тебя тогда разбойники убили. Ну, когда налет был. Ты где ж ты пропадал-то столько лет? А меня-то ты помнишь? Я в тот день еще у Рози искала медвежонка своего. После налета родители переехали в Бауэрстоун, но мне там не понравилось. Воспоминания. Эй, ты в порядке? Мне вдруг показалось, что ты не слушаешь. Ой, ну ладно, мне пора. Очень рада была тебя снова увидеть. Пока! Да, встретились. Привет тебе. Ты рад, что у нас продаешь? Шлемофон. Чё за шляпа Дэйва? Ёпарный бабай. Так, доспех. Ужасность. Чё это за хрень такая? Верхнее платье какое-то. Ё-моё. Да и чё за перчатки мастера воли? Ух.
Ладно, потом все. По-моему, тебя хочет видеть Мейс. Он в трактире. Я здесь. О, вот он. Привет, бородатый. Вот и ты. Я подумал, может, ты стал слишком знаменит, чтобы здесь появляться. Боюсь, что о твоей сестре я ничего нового не слышал и мало что могу сделать. Но надежда еще есть. В разбойничьей шайке два ножа есть слепая провидица. Может быть, она расскажет о твоей сестре. Ну, может быть и может быть. Она второй человек после самого короля разбойников. И не случайно у разбойников так хорошо пошли дела. Ты знаешь, кто такой этот два ножа? Он раньше был героем, не человек, великан. Но для гильдии у него не хватало терпения. Он ушел и объединил дюжину разбойничек шаек. Я подозреваю, что это он стоял за нападением на твою деревню. Может, это твой шанс отомстить? Лагерь должен быть неподалеку, на деревню часто нападают. Подробности узнаешь в гильдии. Я ставил там задание. Как охота, Мэй? Зайди в гильдию за заданием. Так. На этом, я думаю, мы закончим. Всем спасибо за внимание. Оставляем комментарии под видео, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Ждем дальнейшего прохождения игры. Всем спасибо, всем пока.